весь курс был очень интересным, весь курс мне пригодился в той или иной степени. Я вам больше скажу, когда я окончила институт, я как молодой начинающий тренер работала на, естественно, на наборе с детьми, с начинашками. И как бы, ну, там нужна была как раз вот эта вот база, допустим, больше педагогика, больше вот такие вот развивающие упражнения, подвижные игры и все остальное. Методика, как обучать, как объяснять так, чтобы ребенок понял, что ты вообще от него хочешь, да? Вот. А с 2000 года я начала работать уже с более взрослыми, подготовленными спортсменами. И вот тут вот как раз пригодились знания, именно рассчитанные на работу с людьми уже уровня, которые там были в составе национальной сборной Украины или претендовали на попадание в национальную сборную. Поэтому я абсолютно уверена, что мне пригодилось и продолжает пригождаться, да, все.